сейчас глаза, вот эта цветущая слива. Я сразу вижу, что ее не спутать. Сувенир Востока, казалось бы, как здорово, ой, как все бы радовались. Знаете, почему она не продана? Это брак. Это брак. Потом повиснет плодик, мы его сфотографируем. Вот. Это брак настоящий. Почему? Когда прививаешь много, бывает, залазишь, черенок берешь, как я-то учил, надо брать отсюда, снизу, отсюда, в крайнем случае отсюда, дальше не брать. А бывает, что ну, кто-то, может, с помощников помогает же. Трудно такой питомник содержать. Кто-то схалтурил. Я сразу говорю, черенок был взят с верхней части. С верхней части. И кто-то бы это расценил как успех, я как неудачу. Сразу плодоношение. И ничего хорошего в этом нет. Понятно? Сразу плодоношение. Уже на второй год. Вот так. Вот это маленькое замечание. Казалось бы, радоваться, а нечего радоваться. Вы догадались, почему он не продан был? Хотя остальные были проданы все, причем не хватило и половины. Потому что это супер слива. Вот, вот результат халтуры. И вот эта халтура как? Ну, назовем это ошибкой. Почему здесь не халтурят? Смотрите сюда. Итак, мы с вами у моего лучшего ученика. Почему я так говорю? Вы знаете, наш народ очень боится прививать абрикосы. И сколько я получил? Уже яблони у людей приживаются. Уже сливы. Уже груши, абрикосы нет. Прям буквально нулевые результаты. Давайте сюда посмотрим. Вот, вначале я похвастаюсь. Смотрите, смотрим все подряд. Чтобы не было как бы вот такие, не смотрите, это эти, подсадка. Подсадку мы не смотрим, мы смотрим только прививки этой весны. Видите, живой, поднимаю бутылку, живой. Но почему бутылка? Еще пока маленькая это, пусть догоняет. Позже проснулся. Смотрим сюда, живой. Живой. Почему бутылка не снята? Позже проснулся. Снята бутылка, снята бутылка. Смотрим сюда. Живой, но еще догоняет. Под бутылкой теплее. Живой, 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 живой. Нормально развивается, нормально. Так, этот живой. А вот это вот то самое, что надо успевать обрывать. Вот он почему. Вот сейчас вот все силы пойдут вот сюда. Вот этому вот, не дикарю этому, подвой манчжурский гибридный, он же не дикарь, но все еще подвой. А вот это вот и обломил, теперь силы пойдут сюда, а то бы не стал бы расти. Видите, это просто кто-то промахнулся. Теперь смотрим, живой, 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 пока 100%, согласны? Вот это вот надо обламывать, вот они, видите, вот, вон там росточек пошел, обламывать надо. Вот. Ну, это уже такие детали, это уже без вас потом, товарищи зрители. Живой, живой. Живой. Пока 100%. Живой, хорошо пошел. Это прошлогодний, я не знаю, почему его не привили. Вот. Живой. Смотрим. Вот этот самый, у него, как получилось, не знаю. У него почки исчезли. Я уже догадываюсь, как это случилось. Вот. Дело в чем. Я когда-то этого не знал, грешил на жуков. Я не знал, что птицы выклевывают почки. Вот. Здесь получилось так. Развивался так же, как тут. Почки были выклюнуты. Надели на него... Уже потом надели на него бутылку. Поздно. По-моему, это первая неудача. Ну, там сколько их тут... Уже мы проверили 30. Живой, живой. Так, живой. Приглядитесь. Только сильно отстал. Живой, живой, живой. Вот, этот живой, почки живые, только отстал. И правильно отстал. Почему? Потому что сбоку лезут. Чужие лезут. Вот, ну и дальше. Живой, 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 живой. Живой, живой. Это прошлогодний непривитый. Живой, 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 живой. Живой, 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 живой. Все, дальше у меня спина болит. Вон они, смотрите, через это видно, что живые. Ну, еще полюбуемся на соседней грядке. Картина примерно такая же. Вон они, зеленее через бутылки. И как жара ударит в субботу, все это будет все снято срочно. Видите? И мы имеем примерно 100, около 100% схожесть. Скорее всего, это будет... 93, 95, 98.
Точнее, не берусь, потому что я же не могу все проверить. Хотя отсюда вижу те же самые результаты. Посмотрите, красота какая. Вот это настоящий абрикосовый питомник. Вот так вот, друзья мои. Это подсадка, подсадка. Это настоящий абрикосовый питомник. Кстати, эта подсадка, знаете, что это яблони подсадили к ним. Их просто продать не удалось. А у нас с одной стороны... Ну как, у нас что, вы думаете, не покупают саженцы, покупают только на рынке. Ближе, удобнее. И возвращаются с рынка все в лапше. Все в лапше, буквально все. Вот. Теперь дальше идем. Ну, еще немножечко и закончим. Почему я вам уже надоел. Так, это, наверное, восьмой фильм только новой серии. До этого было ровно 100, не считая фильмов, снятых с телевидением и прочее. Вот Сергей Валерьевич подсадку делал. Двухлетняя яблоня. Это было несколько дней назад. Двухлетняя яблоня. Обратите внимание на сильную обрезку. Вот. Это прошлогодняя. То есть еще ранее пересаженная, годом раньше. Вот. А вот это вот свежая пересадка. Видите, какие они мощные. Вот. Это было ранее, это было ранее. Ну, все вроде, это было ранее. Это было ранее. Кстати, этим уже пошел третий год. Они, по-моему, зацветать собираются. Или только кажется. По крайней мере, на этом этапе, если это зимний сорт, еще рано гадать. Ну, все, походили мы. Вот. Походили. Вот эти прививки. Кстати, обратите внимание, как пошли груши. Если приглядитесь, то у груши вообще результат. Это моя удача страшнейшая. Дикая уссурийская груша, которую я оккультурил. Результаты удивительнейшие. Совместимость великолепная. Вкус не портит. Вот. Ну и вот это свежие посадки. Вон под ними уже видно яблоньки. Вон они зеленеются. Вот они, это чтобы не было, что я не болтун, видите? Вон они зеленеют, вон они просто не позволяют это, спина мне наклониться. А тут не показалось ли мне, что это зацветает? Если да, то очень повезло мне, да. Вот смотрите сюда. Давайте эту проблему решать с вами, невзирая ни на каких этих советы дебильные. Итак, ну тут видите, сбоку растет одичка, мы убрали, ладно. Итак, оба почки зацвели. Видели? Теперь, о ужас, скажут вам, уничтожьте цветущие почки. Ну тогда прививку можно сразу выдернуть и выбросить, согласны? Так вот, друзья мои, это не цветочное. Это массовое явление, кстати, видели? Вон тоже обе почки с цветами. Это ростовые почки. Вы специалисты, которые себя называют экспертами и прочими званиями, самозваными. Запомните, я уже не к простым людям обращаюсь, а к вам. Это ростовые почки. Вот я когда иногда за компьютером, я уже стучу вот тут кулаком по столу, или это как костяшками пальцы убиваю. А здесь вот неудобно, не по чем постучать. Вот так надо. Это цветочные почки, только кажутся. Это ростовые почки, не трогайте их. Вот. Они, пройдет еще неделя-две, увидите, они пойдут в рост. 1 на 1000 даст плод, остальные 999 просто опадут. Это ростовые нормальные почки. Они, у них включилась вторая запасная программа. И здесь включилась, и здесь включилась. Я еще тут найду, если полазить по этим самым, поснимать эти бутылки. У них заменилась программа. Это просто изувеченный саженец, который срочно хочет дать плоды, но не сможет. Хочет, но не сможет. Включилась программа. Программа запасная на все случаи жизни, чтобы дать плоды. А дать не сможет. И не потому, что шаловливыми руками оборвем побеги, то есть эти цветы. Они сами отпадут, сами, запомните, сами, как сейчас, сами. Вот. Не лезьте никогда.